если то же самое дальше идти, то есть возьмем Aflame, это Earth Spirit, это Darkseer. Да, конечно же, есть Бейн, но Фантомка далеко не самый сильный герой на этой части, так, в этой стадии. Вот. Поэтому в теории под третьим левелом можно легко на нее нападать. По линиям пока что... Ага, Бейн почему-то решил начать с топа. И зачем? Ну, ладно, допустим, он просто идет в топ для того, чтобы отжимать баунти руну. То есть я подозреваю, что именно основная идея заключается как раз-таки в этом. А потом он ТБшнется на ботом, и все у него будет хорошо. Магнус уже прокачал себе шкивер. То есть тут, как по мне, еще очень важно будет, как отыграет Магнус. Этот, он же Буми, то есть сможет ли он сделать очень много стаков для своей Фантомки, сможет ли он очень много стаков сделать для своего Эмбер Спирита, вкатывается под него дабл икс, но так как прозок далековато, кстати, короче, они могли раскарасить еще сильнее Буму, при условии, если бы прозок накручивал бы с Fortune's End на дабл икса. То есть, потому что до Магнуса он не доставал, а до Эрспирита мог. Эрспирит просто бежал бы рядом с Магнусом, не бил бы его, и Fortune's End попал бы как раз-таки по Рогоносцу. Ну да ладно. Плевать на все это, Буми попытается, может быть, забрать руну, но здесь дабл икс, я не знаю. Дабл икс не должен позволять здесь Магнусу забирать руну, то есть, по идее, должно быть 2-2. Хотя, кто кого? Кто кого переиграет, будет ли тайминговый шкивер имеется и забирает здесь руну себе Буми. Вкатывается на развороте по нему дабл икс, расхорашивает все-таки немножечко Магнуса. Ну, опять же, тут быстро, есть сапог, три танка в запаке еще имеются, поэтому тут посмотрим, как оно пойдет. Начинают опять же по дефолту. Удастся ли использовать Fortune's End? Удается, хорошее использование Оракла на первых левелах. Ну и теперь точно пачка эту... Ой, прокатился, называется, тупо на полсекунды оглушения. Мне кажется, это было лишнее. То есть, если вы начинаете втроем, то тут хватает буквально одного Fortune's End, и прозоку нужно уже тпшиться в топ. Потому что Бейн начинает избивать Сларка. В принципе, окей. Правильно сделали, что поставили Бейна в Сларка, ведь два стрэнджевика миличника здесь бы ничего бы не смогли бы сделать. Ну а так, хотя бы шансы придушить, загнобить этого Сларка хоть какие-то имеются. С другой стороны, Магнус никак не может помешать Дарксиру сноуболить эту карту, поэтому, по идее, Ирспирит и Дарксир здесь будут на просто тотальнейшем фрифарме, ничего ты им не сделаешь. С другой стороны, Фантомка здесь будет на фрифарме, но своевременно успел вкатиться дабл икс под большой кэмп и забанил его своим телом. Благодаря этому, то есть не получится Нацуме здесь выпуливать на биг кэмп и фармить его. 99-й проседает, кинул щит на вражеского крипа, тут недалеко дабл икс, нужно попытаться проблочить, или же просто дать пару тычек, нажимает фласку 99-й, если шкивер, а тут уже перетягивается и Фантомка, кстати. Но опять же, успел ДС снапнуть себе второй левел, плюс драться Буми под двумя щитами, конечно же, да и под одним не может, то есть не говоря уже о двух. Да, есть, в принципе, два неплохих варда, один на перетяжку увозит под тир 2 тавера дабл икса Магнус, но так как есть щиток у дабл икса, то, в принципе, ему плевать. Вот, то есть, когда Дарксир собирает себе Solo Ring, то есть, ему плевать. Ему максимально плевать, то есть, сейчас нужно законтролить данного крипа. Хорошо у него это получилось сделать. Double X пытается отзонить Буми от всей этой темы, но проблема в том, что... Как вам объяснить? То есть, этими делами должен заниматься Бейн. То есть, команда Android, она оказалась в заложниках. В чем это выражается, кстати? Пытались вкатиться по Буми, но не удалось это сделать Double X'у. Есть мана на ТП-аут, но можно уже нажимать, кстати. Либо же просто суицидится, прогрызает елки, кликает Буми, то что, мол, как, ребят, он застрял, но окей, на самом деле. Тут можно попытаться убить и самого Буми, но перетягивается Нацуми и убивает по итогу дабл икса. Ой, да ладно, еще вышка забирает, это максимально плохо для Фантомки, потому что потеряла крипа, ну опять же, это было ФБ, но ФБ разделенное. То есть, ладно, окей, допустим, один крип это меньше золота, чем разделенное ФБ, так уж и быть. Вот если бы был бы простой килл, и она потеряла бы двух крипов, тогда было бы плохо. Ну а так, в принципе, нормально. Вот, поэтому, когда Дарксир себе собирает Soul Ring, он может спокойно умирать. Вообще плевать. Просто прикол в том, что в чем загвоздка основная для команды Team, получается, Android. То есть, они вынуждены поставить Бейна на топ. Нападают, кстати, на него через Fortune's End. Задоджен он при помощи сна врыв снаряда. Неплохо, Шини может драться на развороте, потому что Тайдхантер срезал немножко у него урона. И это тебе мешает. Хоть и имеется 4 стака с пассивки. Вот. Но в таком случае ты вынужден поставить Магнуса, гонять ДС. Но когда Магнус гоняет ДС, он без экспы. В общем, главная проблема.
Это главная проблема в миде, кстати, аккуратнее, нужно быть темпларки. Так вот, получается, что он без экспы, то есть, а ему очень важно иметь эмпауэр. То есть, условно, к минуте 10 ему бы было бы неплохо иметь 2-3 левела Empower, и либо же 4, либо же 5. Окей, теперь он вернулся на линию. Тесс, все, принес себе фласку, есть манга, и можно опять заходить за товара. Нужно опять заходить за товара, а Буми нужно уже где-то искать себе эксп. Руна появляется, кто же ее заберет? Здесь параллельно маг пытается повоевать с темпларкой за руну, но все-таки Буми ее забирает, и это оказалось Аркана. Это оказалось Аркана, 99-й пропушивает линию, ну и сейчас нужно опять ему заходить. Ну, справедливости ради стоит сказать то, что игроки команды Android и так пытаются максимально уменьшить потенциальный фарм Дарксира, и у них это удается сделать, и темпларка в соло делает фраг. Темпларка в соло делает фраг, замечательно. То есть, хотя до этого было преимущество в 1000, и неудачно донается Бэйн. Походу, дружище не читал патч-нотсы, потому что напоминаю, что если ты хочешь денайться, то тебе нужно подождать 30 секунд с тех пор, как последний раз тебя атаковал соперник. Так вот, возвращаемся сюда. Так, про DS я говорил, или про кого я говорил, ладно, плевать, забыли. А, вспомнил. То есть игроки команды Android, они правильно делают, что стараются минимализировать фарм DS, причем как они это пытаются сделать? Кстати, два щита. Я бы не советовал бы нападать игрокам команды Android, потому что Буми будет проседать, Нацуми врывается, больше нет у него блинк-страйка, так он может умереть. Скоро ли будет Сюрж? Сюрж не скоро, поэтому окей, есть импауэр, так сказать, импауэренный. Кортик на развороте, что у Тайда, нападали опять на Бэйна, проседает он очень сильно, есть Бринца второго левела на развороте, и Эши отступает. Эши отступает, то есть они забанили этот спот апсом, только он упал буквально там 30 секунд назад, и они банили синтрой этот спот. То есть обычный ДС, он фармит это, фармит это, фармит это. Здесь же он фармил только линию. Пытаются задавить за дабл эксом, но он слишком толстый, да и в принципе ДС скоро к нему перетянется, да и вообще он укатывается с роллинг болдера, поэтому зацепить его будет тяжело. Ну, а тем временем что в миде? В миде противостояние по крипстату равны, но по нетфорсу темпларка на 300 голды опережает своего визави. Есть центря уже от Тембера, поэтому, в принципе, ему здесь комфортно. Если мелд у темпларки нет, мелда нету. Да и вообще, знаете, вспоминаю я старые времена, старую мету, кстати, врывается. Эмбер своровал хасту у темпларки и, в принципе, может подраться на развороте, но щит у него, по идее, скоро закончится, поэтому не хватит ему урона, хотя Магнус рядом имеется, кидает эмпауэр, но далеко. Слишком далеко, щита больше нету, пускай он был и макшеного левела. Взрывается трапа, Буми проседает, но идти далеко темпларка не собирается, но вверху остался один бок. Остался один бок, и, в принципе, можно было бы на него напасть. Плюс Сыши берет себе пассивку в единичку, играя против Тайда, хотя, как по мне, хотя бы в два тебе следовало бы ее взять. Что внизу, 99-й, 4-го левела, почти 5-й, но как бы он имеет не так много, как должен был бы иметь, нападают на Буми, но у того имеется в случае чего еще шкивер, если укатывание увозит, кстати, он дабл икса, шикарный блок укатывалки от Нацуми, и это минус дабл икс. Неплохо еще притягивается Эмбер, юзает чинный ДС, еще действует на нем Сюрш пару-тройку секунд, и этого, по идее, хватает. Хотя Ремнант вперед нажимается, если мана-мана имеется, потому что имеется ботл, тычка, раз, два, фист, кортик, минус. Наверху засрепали Сларка, Сларк пока что проседает, очень сильно бьют его руками игроки команды Адроид, и, кстати, ну, пока неплохо. Пока неплохо у них получается это делать, то есть, да, 34 на 11 у него КС, но и у Тайдхантера 29 на 5. А когда у Тайда КС, ну, не сильно отставят от Сларка, это значит, что эта линия для Тайда была хороша. На кого предикт? Да, непонятно на самом деле, потому что начало очень равное, но зная то, что китайцы любят заливать, я бы поставил бы на Team Android, честно. Потому что здесь этим пиком тебе нельзя ошибаться, а этим пиком ты всегда можешь камбэкнуть за счет Магнуса, Темпларки, ой, прошу прощения, Фантомки и Эмбер Спирита. Вот в чем суть. Плюс имеется Тайд, который собирает командные шмотки, и здесь может закончиться урон в один прекрасный момент. То есть без ошибок, если сыграть и выиграть линии, то побеждают Дайр, но так как они уже не особо выигрывают линии, то есть они стоят на равных, четверка Магнус, который просто стоял здесь на аутзоне ДС и Даблокса, аккуратнее нужно быть, все-таки догорает он счета ДС, и маг должен трейдить своего союзника. Причем получил больше за него. Вот, и учитывая фактор камбэка, здесь я бы ставил бы на Адроид. Прозак подставляется, убивает его бок при помощи Бэйна. Ларк 5-го левела, да, берет себе тебе 2 уже в пассивку, теперь будет попроще, но все равно не так идеально.
Ши. Ши, опять же, получает очень много урона. Стики у него, кстати, странно, что не грейжены на такой линии, потому что это лишние статы, да и, в принципе, Бэйн с Тайдхантером очень активно всегда спамят с пулами. Барабаны. Собирается себе делать Ши, и будет ли это, опять же, билд через Мидас, Диффуза, БКБ Муншард, Бабочка, как вариант. То есть он имеет место быть. То есть без сабли, без золотаров, потому что это не паблик, очевидно. И скоро появится Ревэдж. Уже почти имеется Ревэдж у Бобка. Тут пошло на него нападение, но, блин, нет ультимейта у Сларка, поэтому такая себе атака. Хотя, окей, Бок, заслепал его здесь Бен. Не хватает буквально чуть-чуть экспы, и все-таки успели его убить. Врывается на ремнанте, здесь еще маг по Ши проседает и, скорее всего, умирает. Очень плохой размен для команды The Squad. Переключается на XXA. XX пытается размансоваться. Есть у него укатывалка. Сален залетает и укатывается, в принципе, он. Но ремнант имеется у Эмбера. Успевает он слететь. Чейнфисты, в принципе, имеются. Да и без этого, в принципе, одними чинами он его подцепил, а фистами уже добил. 7-4. 7-4 для команды Android. Фантомка стоит просто на фрифарме. Купила себе маску, чтобы не отставать в целом по фарму. Ну, а то, что темпларка имеет 4500, это типа сойдет. Ну, реально, это типа сойдет. Ведь сколько мы уже с вами видели игр, где темпларка выигрывала линию, собирала себе нормальные тайминговые шмотки, а потом это все отдавала. Ведь это же тир-3 Китай, правильно? Правильно. Поэтому, да, пытается она, конечно же, стакать, контролить баунти руны, имеется скан. А Нацуми забирает просто руну из-под, так сказать, носа у 99-го, но так как темпларка рядом, неплохая стена была, Нацуми пытается уйти с блинка, но все-таки смыл, да, его темпларка добивает. Также здесь пытаются догнаться за Ши, очень сильно проседает, ультимейта у него больше нету, и это очередной фраг на Сларке 0-2. С таким началом для рыбы игры, я слышал, не выигрывается. Тем более, Бог собирает себе форстав, а это полная контра. С Ларком, видите, параллельно нападают на Прозыка, но нету РП у Буми, поэтому вкатывается XX и сейвит свою пятерку. Мне кажется, совершил ошибку здесь игрок на Phantom Assassin, когда стрейфился влево. Ведь когда ты бежишь вдоль стены, ты как бы замедлен очень сильно, поэтому ей нужно было пытаться вот сюда сразу бежать вниз. И это промедление стало для него смерти подобным. Точнее как, смерти явно уже, если уж так говорить. Итак. 11-я минута, пока что... Равная игра по нетворсам, но по ситуации на карте, как по мне, здесь преимущество за командой Android, как ни крути. Нацуми спокойно под эмпауэром себе фармит, эмпауэр уже третьего левела, я так понимаю. То же самое и здесь, маг, макшные фисты, тоже третьим эмпауэром у него имеется, и просто игра идет на таймер. На таймер для команды The Squad, ведь тут ребятам торопиться некуда. Они спокойно фармят, они спокойно набирают свои артефакты и просто набирают себе критикал массу. Есть РП, есть Ревидж, торопиться некуда. То есть Ревидж был сейчас, кстати, потрачен наверху. Пропустил я этот момент. В миде нападают, кстати, неплохой РП от Магнуса. По двоим темпларка проседает, но сам же Магнус может умереть. Трапу нужно взорвать, трап Магнус умрет, если нетустиков стики у него имеются. Убили Распирита, переключаются дальше по темпларке. Темпларка проседает, спуржили щит при помощи Fortune's End с Мака. Но и без этого он справляется с темпларкой, убивает ее, и Магнус по итогу выживает. Магнус по итогу выживает, и это 3 в 0 для команды Android. Замечательно. Замечательное исполнение. То есть Сларк собирает себе барабаны. И проблема в том, что барабаны это, конечно, артефакт неплохой. Это артефакт неплохой, он типа темповый, все дела, но без Мидаса у тебя нету камбэка по фарму в игру. У тебя нету Магнуса, у тебя нету Мидаса, и поэтому у него 3600, а у Тейдхантера 4200. Плюс такими темпами вот еще и собирает себе быстрый Владимир. Фантом Ассасин, после Дезолятора можно просто спокойно выйти в Рошана, ну и выигрывать данную игру. Что тут по Сларку? Что по Сларку, опять же, понимает, что его видно, пытается найти себе место, нападает на него маг под эмпауэром, скидывает себе чины при помощи дарпакта, пытается уйти с ультимейта, но тут есть еще два ремнанта, врывается на один, можно ворваться на второй, но там, если бы было бы любой сейф ТП, очень сильно рисковал бы игрок команды Android. Будем честны. Так, нападают в миди на Буми, укатывается он при помощи шкивера, было 4 стика и все-таки выживает. Все-таки выживает он здесь. Что на низу? На низу просевший Дарксир. Просевший Дарксир. Да, убить его, конечно, будет не так легко без помощи команды. Но и, в принципе, так ему хорошо. Выхиливает его Прозок. Вот, но, опять же, это, скажем так, долгая и мучительная смерть. Потому что, когда ты плохо стоишь линии против такого пика оппонента, то как тебе вернуться, лично я просто не понимаю. Итак, Вок
опять же, почти добрался до форстафа, все у него хорошо. Что здесь? Здесь получается дабл X, у него имеется 6-й левел, но это на 14-й минуте. Спирит Весселя все еще не имеется. Опять же, Тайт себя в это все это скинет. А что у него по артефактам? Опять же, ну, после форстафа мне вот интересно, будет ли это Владимир, либо же Алибарда, либо же Медалька, либо же, не знаю, Пайп, как вариант. То есть вариантов много на самом деле у Бока. Пытались его подцепить, вкатывается под него дабл X, с FTP нажимать смысла нету, как по мне. Ведь под изолятором уже Темпларка очень сильно прошивает. Очень сильно прошивает Тайдхантера. Ничего не может бедный он сейчас сделать. Он наверху. Эмбер спокойно фармит себе свой... Вот я как сказал, через Vessel, прошу прощения, через Вейл и Радианцы, он просто будет пассивным аудиоуроном убивать Сларка, и он это собирает. Ну, то есть, все максимально просто. То есть, в качестве физ ДПСера у тебя есть Фантомка, в качестве Magical ДПСера у тебя есть Эмбер. Все просто, все элементарное, совсем уж просто, поэтому... Ничего придумывать смысла нет. То есть нет смысла, в принципе, рашить здесь Мейлшторм, потому что и так у тебя по фарму все будет хорошо. Нет вообще необходимости чем-либо подобным заниматься. Одну секундочку, прошу прощения за небольшие технические неполадки. Они совсем скоро уже закончатся. Совсем скоро они закончатся. Прошу прощения за то, что сейчас было. Все, возвращаемся к игре. Всякое происходит на фоне, сами понимаете. Уж прошу меня прощения, день рождения сегодня, и всякие нехорошие люди меня отвлекают. Так вот, Бок, какие-то лаги начались, не совсем они мне нравятся. Видать, что-то параллельно открылось не совсем хорошее, да? Собирает себе пайп, собирает себе просто пайп, чтобы не было магического урона у его оппонента, после чего просто будет очень тяжело выиграть хоть какой-нибудь файт для команды The Squad. Убили. Убили Магнуса, подцепили его здесь на свежем варде, но опять же, это была смок-вылазка. Смок-вылазка, которая разбивается об просто-напросто четверку, это такое себе, кстати, ши. Видно его, неплохой оп стоит, но... Ой, да ладно, плохие тайминги. Плохие тайминги были от Бэйна, то есть я понимаю, на что он рассчитывал. То есть заслипаю, слип скинется, а потом я повешу типа ультимейт. Но Сларк не настолько плох. Сларк не настолько плох, чтобы на это все повестись. Темпларка. Темпларка пытается проломать Тердин Тавр на миди команды Radiant. В принципе, под изолятором может он это сделать быстро. Параллельно пытались напасть на Бэйна, но тот ушел с форстафа. Я так понимаю, это был форст от Тайдхантера или от кого? Окей, Темпларка с блинка врывается, моментально его убивает. Что дальше? Да, это был форстаф от Тайдхантера, но Ravage все еще имеется. То есть да, умерло два саппорта, но это такое себе. На саппорта всем плевать, ши, нельзя тратить ультимейт ни в коем случае, собирает себе саблю после барабанов. Нужно сейвить, и вот все, есть дизолька. Есть дизолька у Фантомки, есть у нее Владимир, и как только появится БКВ, все начнется просто, это начнется полнейшая жесть. О, подцепили, подцепили, здесь шикарный ревеш Тайт выдает по четверым героям, поэтому пускай он и умрет, но врывается Магнус, дает РП, где Фантомка, Фантомка очень далеко, нужно ей врываться. Шикарный кортик просто врывается и критует, минус один, минус два. Байбекается Дарксир, пытается вернуться в замес, Финсгрип залетает по Темплар Ассасин, она тоже отправляется в таверну, и это действительно попахивает концом. Ну, или же началом конца, хотя начало конца началось еще давно. Будем честны, есть Рошан, и самое время, мне кажется, его забирать. Итак, Нацуми. Нацуми очень быстро будет его забирать под эмпауэром, под своими союзниками. Опять же, никакого варианта законтестить это у команды The Squad не будет, как особо ты не старайся. Поэтому можно, в принципе, уже не смотреть на этого Рошана, можно посмотреть, как вот Бэйн, как Бэйн просто бьет крипов. Ну, а если серьезно, то Сларк, опять же, вот он гуляет вокруг Рошана, но у него нет ультимейта, то есть ему нужно пользоваться этим временем, чтобы фармить, а не просто бегать и смотреть на своего врага. Наверх. Наверх он приходит, опять же, лучше бы он сразу толкал линию, а потом возвращался в лес. С другой стороны, в такой игре, как ему не исполняй, у него такой герой, которому себя будет тяжело реализовать. В общем, суть. Поэтому, опять же, Фантомка не умирает. Фантомка не умирает, то есть была лишь одна смерть. Да и то это было, потому что он слишком долго стоял в стене. Сейчас себя соберет БКБ, ну и после БКБ начнется самое интересное. Так, нужно закрыть все лишнее, что может мешать. Все, надеюсь, ничего больше не будет лагать, потому что до этого как бы все было нормально. По FPS-у самое странное, то есть, да, это было 30+, но это было стабильно, а сейчас что-то он стал немножечко садиться.
Ну, в любом случае. Может быть, просто жара началась на улице и немножко начинается перегреваться. А, ПКшник? Ну, да ладно. Врывается по Double-X'а. Нацуми моментально его убивает. То есть, крит, два удара и ничего не может Эрспирит здесь сделать. То есть, нужно ему просто выходить быстрый гост. Смог от команды Адроид пытаются выйти под низ, под своего бока. Но, опять же, найдут ли они кого-нибудь? Пока никого они не видят. Есть центря, есть опсы, где находятся игроки команды Дайр, а они далеко. Они далеко, поэтому никого они не смогут, скорее всего, уже здесь найти. Ребята, я занимаюсь стримами с ноутбука, так что уж простите. Что имеем, то имеем. Заслипали. Заслипали Дарксира, и даже без финсгриппа, мне кажется, можно его убить. Магнус рядом, мне кажется, зря он вышел из смока. Окей, заслипался Нацуми непонятно зачем. Неплохая контринициация, есть ревоч на развороте от еще и бока. Попытаются убить очень быстро Деса, Дес умирает без бэбэка. Нацуми переключается по Эрспириту, Эрспирит умирает. Без боковой еще темпларка, нужно переключаться по ней. Заслипал ее Бэйн, кидает имфибл, и вот теперь финсгрипп по ней опять залетает второй замес подряд. Сбивать его нечем, и это минус 4 на ровном месте, а может быть и минус 5 будет от команды Адроид, но... Маны нет у Мака, поэтому чесить за Ши у него не получится. Радианс уже умеется у Мака, боже, как же у него много. Очень много у этого Эмбер Спирита для такой минуты, прожимает Шран себе Ши, дружище. Купи БКБ. С другой стороны, даже если он соберет себе БКБ, то, к сожалению, он не факт, что будет полезен за месяц, потому что просто слишком мало имеет коллектив Досквад на данный момент. Не те герои, не та ситуация на карте, чтобы пытаться оказывать хоть какое-нибудь видимое сопротивление. А камбэк механик лично я у них не вижу. Спасибо большое, ребята, кто поздравляет с днем рождения. Как говорится, приятно это слышать от незнакомых людей. Double-X стоит в позиции, пытается, опять же, не знаю, что он... Я не понимаю, что он здесь пытается вообще сделать, то есть просто стоял, то есть ждал, пока союзники придут. Окей, ладно, ТП, что темпларка. Нашли Нацуми. Нажимает блюр, моментально из него выходит, но есть УРП у Магнуса и есть у него блинк, поэтому чинфисты. Заходит Бук в центр замеса, пытается танчить. Ши уже потерял... возможность скинуть себе дебафы, вырывается бум, не может пока не нажать РП, а вот нужно, вот сейчас, по троим, шикарная РП, Шрайна нету, и просто Нацуми, 1, 2, 3, 4, 5, это будет сейчас минус все от команды Android, окей, есть тяжка неплохая на развороте, умирает как темпларка, так умирает еще и фантомка, но маг остается живой, потому что Аегис у него имеется, а почему не фантомки, кстати? Как по мне, пока у фантомки нету БКБ, ага, у нее оно было, но почему-то она не стала его нажимать, как ГВП. Поздравляем команду Адроид с проходом в следующий раунд. Следующий раунд, Red Rain Cup сезон 3, и они идут дальше по сетке лузеров.